января 2022 года все сотрудники государственных медучреждений Московской области могут получить материальную компенсацию на аренду жилья. Выплата в размере 20 тысяч рублей полагается медработникам, в собственности которых нет никакой жилой площади. У нас в районе уже заработала эта программа, и достаточно много сотрудников подали заявку на выплату компенсации. Чтобы стать участником программы правительства области, необходимо зайти на портал госуслуг и заполнить соответствующую форму. Это нововведение поможет нам привлечь кадры дополнительные в наше учреждение и закрепить их на нашей территории. Мы рассчитываем, что больше будет откликов на наше обращение о вакансии, и мы получим кадры достойные, профессиональные, которые будут работать в наших медицинских учреждениях. Помимо материальных выплат, медики могут воспользоваться специальной социальной ипотекой и приобрести жилье по сниженной ставке. В прошлом году собственными метрами обзавелись 64 медработника в городском округе.